На них деньги, да. Хлопала ресницами, блядь. Ребятушки, бульдога нашли нахуй. Ой, нифига себе. Ой, так быстрее прощаться. Здравствуйте. Я его знаю, видел где-то. Да? Светка, что ли? Ребятушки, всем привет. Перед просмотром видео хочу вам посоветовать каналчик Данила, который делает бесплатные прогнозы на спорт и помогает разобраться в ставках, ребят. Делает красивые плюсики абсолютно бесплатно. Ребят, кто хочет посмотреть, убедиться сами, подписывайтесь на его канал. Ссылочки на канал и на группу ВКонтакте будут в описании. Ну а мы поехали с нами в бульдога. Все, мы приехали в баню. Сейчас рыжика собирать будем, да? Конечно, с бровей, в ресницы. Танюшка пришла, рыжик собрался, блядь. Трусишки одел чистенькие, да? Носочки одевай. Танюшки наливай, выпей. Да не, жаль. Шопа тебе. Мам, на эти деньги, да. Тайка, бери себе, бери себе. Сопа возьмешь с собой? Вовка, ты что, куда хлеб собрал ты? Шампунь собери. Короче, сколько я делал реснички, столько ты мылся, да? Да, мылся. Видишь, чистенько, все равно. Что у тебя там опять зубы, это самое? Ковырялся, да? Болезнь нахуй. Вовка, наливай себе и Таньке, давай, за легкий паром, за реснички. Да. Так, давай, ну, давай. Сейчас ты видно, но, Танюшка, что у тебя реснички такие, бля, пушистые, да. Пушистые. У меня щеточка специальная. Да? Ну, сейчас, погоди, все. Да, надо аккуратно. Рыжий, ты шампунь собрал? А? Шампунь собрал? Вот, смотри, все. Курицу бери себе, слаживай эту остаток. И эту закрывай тогда, капусту с собой домой заберешь, нахуй. Блин, капуста. Как я ее не люблю, а. А сука, я тебе взял. Курицу я тоже хочу. Бери его, вот, блядь, вон курицу бери. Ну вот он, да, вот здесь закусить. Куда там закусить? Вот я тебе специально ставил курички. Ну дай, блядь, да, блядь. Да ты, что я еще сделал? Я жвачку стала вот тут. Я нужно ухаживать за домой. Давай, вот. Что я делаю-то? Я хуй тебе. Я тебе вот дал стакан сейчас. На, вот сюда стакан. Ну, как все ужасно там. Не, вот там специально бочки высадили. Ага. Я хоть напарился сегодня, намылся. Так хорошо. Чё, выспалась, Танюшка? Блин, вот. Конечно, ты успела даже, ты чё? Да. Ну, в чём дело-то вся суть заключается-то. Блин, вот тебе в парилку-то нельзя никак. Я тут тогда задохнулся. Сейчас не надо. Тебя ресницы оттуда вытаскивать. Да ресницы хер на них. Какого их хер на них? Нихуя себе, блин. Ну, фига себе, ты чё? Это такой долгий тоже процесс. И брови потом сделают. Каждой реснички делают. Ой, офигеть. Я знаю, я понимаю. Тоже много. Ну хуй на них. Ну, что свое, то свое. Как мама у меня говорила, Тамара Федорова. Она у меня говорила, нахуй. Она у меня не красилась, ни реснички, ни пучки. Она, ну, природа такая была рождена. Рыжий, ну, давай, ты знаешь, в пивни одеваться. Нет, время. Давай, давай. Как его? Сокол, ну, давай. Это, ну, маменька у меня. Ну, такая. Поехали сейчас в машине на пиздитесь, блядь. Санька, блядь. Сейчас бульдога будем искать, нахуй. Ух, тело какое красивое. На кого? Таньки? А, ты такая лосина, ты увидел на ней, блядь. Фродушка, смотри, где лосина, где, блядь, Фродушка. Блядь. Рыжий, блядь, Панька там писину расшевелил. Женщина, она от природы красота. Ну, это... Ну, как бы, если даже брать, ну, вот, ну, от Библии, ну, от всего, 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 ну, она, женщина, красивая, но она, ну, это нужно понять ее просто и развернуть свою сторону. Вовка, может, можешь штаны-то, ты в пакет сложишь, потом оденешь их, нахуй. Штаны-то по-любому в пакет. Ну, а потом в трико выйдешь, нахуй. Носки давай, одевай. Ну, трико, нахуй, чище, чем мои штаны эти. Ну, а выйдешь, как чего-то. Нет, в них-то я полезу туда. Ты нашел там? На землю. Я же под землей живу. Вот именинник какая, блядь. Даже намылся, блядь, вся она. Танька ресничками хлопает, блядь, шлеп. Как бабушка сказала. Как бы не нахлопнуть. А ты, говорит, допрыгаешься. Я говорю, да почему ты, я допрыгаюсь-то? Ага. А, говорит, до поры до времени. Я говорю, что, опять, говорю, это, в тюрьму на зону? Не, говорит. У тебя, говорит, тюрьма будет другая. Я говорю, какая? Женщина тебя заберет, к рукам приберет.
Я говорю, нет, такого не будет. Так, посмотрим, говорит. Время, говорит, покажет. Скажи, Рыжа, нахуя мне женщина? Ну все, пошлите, давай, собирай. Ну, с них каждый день бабу меняешь, да? Прикольно, как ты сделал? Вот так вот наклеил, ребята, видите, футболку его, Танюшка, прикольно, блядь, сел, нах, опять. Сейчас начала мне реснички, хоп. Опачки. Опачки, имениннику, хуй, яс, нахуй, сейчас курочку, рябочку, шляпу, нахуй, именинник, хопа. Че, чай, именинник, нахуй, вот, хопа. Ну, как? Ты еще так капусту тогда заберешь себе, нахуй, раз. А может, сейчас бульдога встретим, бульдог поест капусту, нахуй. Ну, может. А ты не любишь капусту? У него, может, это самое, зубки болят. Зубки болят у него? Ну, да, стаканчик с собой возьмем. А то да, прошло, и это, а прошло, сейчас это поставить, чтобы не рассыпалось. В машину сейчас? А то в прошлый раз сказали, Таньке ни хера, уже из горла стала пить. Стаканчик пьет, уже из горла стала пить, блядь. Танюшка, да. Так это бывает. А что скажешь, такого-то, ничего такого, да, ничего такого. Нормально? Да. Все хорошо? Да. Ну просто, значит, какая-то ситуация была, что не было, может быть. Ну все, это выбрасывать это. Куда? Где? Кто выбрасывает? Вот это все. Да вон все. Ну, в урну, а это сюда. А, пакет. Мешок порвал, что ли? Последний. А какую он весь разорван с подведения? Курицу как-то забирать надо. Надо как-то ее в мешочек. Ну вот заверни ее на. Вон, ты же женщина, ты же должна все эти вещи. О, блядь, рыжий какой, сука, женщина, блядь. Женщина, блядь. Блядь, песни поет нахуй, Танюшки, а Танюшки реснички, ведь шлеп-шлеп. А, рыжик, так, шаны с высоты собирай, блядь. Босяком должен, босяком быть. Не, там носки-то одевай, эти носки же, блядь, дал сюда, ты чё? Ну я сейчас начну. Две пары носков тебе дал, ты чё, блядь? Я знаю, они вон там все, в этом. Бог знает, где я так нахуй, босиком пойду. Это, сука, блядь, мусор, паскудник. Вот что он такой, прибрал, блядь, нет. Пиво его слаживаю с собой. А футболку рыжий забирай тут. Брось футболку, собери и выброси. А вон туда, в чём? А вон пакет. Вон сюда, слаживай. Да. Чё это как мне жевать? Ну я не вижу вот этот. Чё ты не видишь, что слепая, Вовка, что ли? Вовка, ты возьми там это, пакет. Вовка, давай время, потом покуришь, время уже походить надо, да. Чё? Давай, собирай. Потом покуришь. Это мусор вот туда, в мусорку брось. Это сами тоже. Вовка, сука, потом покуришь, паскуда, говорю, блядь, там курить, блядь. Ну, пока ты нюхом выбирается. Ты, блядь, все-таки женщина. Ты иди на футболку тащи, рыжий. Вот футболка. Ты потом сказал, джинсы оденешь, блядь. Выйдешь когда, оденешь, рыжий. Нет, это нравится, может, футболка. Нет, ты футболку собери ее, просто убери ее, выкини. Вон сюда ее, дальше закинь. Давай, закидывай. Пиво забирай, пиво тайка, поставь тоже. Паскудник, блядь. Везде курит. Машину прокурил, баню прокурил, все прокурил нахуй. Танька, блядь, смеется, блядь. Танька, Вовка курит, блядь. Танька смеется, Вовка курит, паскудник, блядь. Ну, кошелек вдоль дороги побежали. Бабка у меня говорит, вдоль дороги его побежали. Тань, а то у него более еще старых времен таких. Ладно, хоть она еще меня не видит. Ладно бы сейчас. А ты упаси его у меня. По старинке-то. Я стопудово. Это было бы принев. Ну елки, все летит, все падает. Конечно, ладно, угости. Ты просто тебя одну обувь оставляй здесь, рыжий. Просто не беси. Да. Ту футболку забери, рыжий. Это можешь туда скинуть, в мусорку он скидывает, нахуй. У тебя есть там царапин? Нет, просто не туда ставь. Просто не туда брось. Просто, но... Сергей Александрович. Я не оставлю никак. Рыжий, ты это, возьми свою, футболку тоже выброси. Я вон сейчас я туда. Ну? Да там нормально. Все, ну просто открыть, чтобы они прибрались. Все. Веники, миники там. Все, убрался. Все, пошлите. Время. Сейчас, все. Рыжий, бери пиво. Пакет пива. Кепку-то, рыжий, возьми. А, сигарету выбрасывай, ты чё? Иди, это, задуши её, замочи её и брось ему мусорку. Ты чё, блядь, сейчас выйдем, они нам дадут нам. Мусорку только выброси. Вот я с такой лестницей, кстати, подала. Да? Ну всё, там, пиво возьми, Вовка, пакет. Я пакет, кипочкой давай.
Все. Ой, ну за это самое, за дом отрезать. Да. Пошлите. Все, уходим. Все, ребят, мы пошли. Вовка намылся, всем спасибо сказал, блядь. Да, рыжий? Ну все, ребята, с Вовку с легким паром, Танюшку с ресницами, мы поехали искать бульдога. Ребята, едем искать бульдога нахуй. Эдем, он рыжик по 4 раза говорит, в парилку сходил, паскуди. Ладно, сейчас обо поверим. Ребятушки, бульдога нашли нахуй. Ой, нифига себе, это быстрее прощаться. Эх, рыжий, двигайся нахуй. Бульдог. Это бульдог, сука, паскуди. Это же надо. Рыжий, давай, бульдог, садись. Сейчас садись, блядь, садись быстро. Ёбаный в рот, сейчас пиздец. Садись нахуй. Это, сука, паскуди. Бульдог, здорово, где пропал, сука, паскуда. Давай, поехали, ёбаный, Серёга, блядь. Серёга, давай. Сука, просто поехали. Поехали нахуй, катер, блядь. Бульдог, здорово. Здорово. Как дела у тебя? Нормально, пойдут дела. Блядь, за рулем нет. А где ты был бы, тебя, сука, искали? Сейчас бы в баню сходил, блядь, паскуда нахуй. Я это сам выпал, в своем доме был, я тебе говорил. Да тебя искали, нахуй. В каком доме, нахуй? Какие вот выходные ищем, блядь, нету. У тебя два выходных, нахуй. Да. Я не знаю, как вы так меня искали. Ну, интересно, блядь. Искали. Я первый раз. Бульдог, нахуй. А Танька мелкая умерла, что ли, нет? А? Нет. А где? Ее давно не видно, что-то. Умерла, говорит она. Да? Бульдог, окошко открой, тут воняет, блядь, ебать, тебе срок вас. Сейчас поедем на эту, нахуй, на полянку. Я, блядь, только после бани чувствую, да. Я только после бани, блядь, нихуя тут, блядь. Воняешь, да, блядь, вонючка, блядь, бульдог. Бульдог, чё? А? Ты с кем трёшь это, блядь? Да вон сейчас с этим, блядь. Ты с ними трёшь? Гагарин. А? Я вон у голубя такой, сейчас это самое. А ты у голубя, что ли? Конечно. А чё голубь-то? А голубь-то где? Голубь-то где? Вон там он, нахуй, сидит. Где? Дома, нахуй. Чё, к нему пойдём, гость? Светка, нахуй, там она. А пошли туда, сходим к нему. Точно он там? А? Точно он там? В горелке, что ли? Да, в горелке. А пошли туда, сходим, посмотрим, что там, попьём. А так, ребята, я пойдем посмотрим, что бульдог. Я в бане напарился. Да, шоколад такой. А тебя искали бульдог, или нашли, так бы тоже в бане помылся, нахуй. Ты, сука, блядь, где-то пропал, нахуй. Голубь, ты дома, точно? Голубь, они с нас, я знаю, что он. Кого вас? Нас, группы. А это кто такой в очках? Что ты, блядь, бане помылся, и суп, блядь, говорит, который вымыл, что за бульдог, суп, блядь. Че, ну? У меня в бункере, блядь, где-то, блядь, где-то, блядь, ты туда не сможешь залезть. Да, я туда не залезу, но почему? Я только рыжик может пролезть. Я в Ольге выкинул. Куда? Я в Ольге не вымою. Вымоешь и Ольге? А вот что-то произвали. Че, вы живы, главное, самое главное. Так, я просто зашел, я давай сегодня скажу, нахуй, я и вымыл. Я хуй, у них квартира, нахуй. А точно вот здесь-то, нет? Точно вот здесь. Ну, походи по одному. Я надо было с другой стороны. Ну, здесь машину поставь. Да, здесь, брось. Бульдог, блядь, Танюшка у меня. Развратник, блядь, сука, бульдог. Так ему тебя искали. Так у меня он говорил, что ты искали. Не, пошли покуда. Покуда вы ходите? Да, ну пошли, покажу. Все, пахну, что ли, ползу? Сука, бульдог, блядь. С резиной в сапогах, блядь. Ему-то хорошо, мы-то в кроссовках, блядь, все. Бульдог пиво допил, нахуй, кинул, блядь. Вот так вот, всё. Блядь, какие тут потайные двери, нахуй. Это, сука, блядь, бульдог, дай глоток, нахуй, ведет нас куда-то. А рыжий после баньки, блядь, напарился, нахуй. Сука, двери, нихуя у них двери откуда, блядь. О, кто-то есть уже там. А? Здравствуйте. Я ее знаю, видел где-то. Да? Светка, что ли? Да, Светлана. А что, прямо что, здесь находитесь, что ли? Нет, в бане, вот там. А вы в бане живете? Ты где-то видела? А что, пошли хоть в баню за ним? Пошли на... Она глухая, немая, ты в тубике, блин, находилась.
маме ходила. К маме ходила ты, да? Я тебя знаю, но умерла. Пошли. Умерла мать? Да, умерла. Че тут, на ветру, что ли, после бани? А, блин, а где голубь-то? Вон в доме там. А вы что, в бане, они в голову. Нихуя вы тут кушать готовите, что ли? Бульдог, сейчас нас здесь трешишь, что ли, бульдог? Да? А я туда заглядываю, о, голубь идет, да. Голубь! О, живой, что ли? Блядь, колючий, да? Здорово, голубь, блядь! Штаны нахуй, давай, на дерево. Че, в бане, что ли? Пошли, голубь, здорово! То я тебя дома не видел, как у тебя жизнь-то хоть? Приезжаю в гости, а все нету нахуй. Все, заебись? Пока да. А что такое? Мне ее вообще жалко, мне, я знаю просто. Мы... Уведите ее в баню. Нахуй. Пошли, пошли. Мы там готовят. А там в бане-то все не залезем, блядь. Вот сука, блядь. Бульдог, ты сейчас здесь живешь, что ли, в бане? Да, пока еще. Ну-ка, погоди, как ты что там? Это что-то с чем-то, блядь. Там спишь, или еще, нет? Да где там? Вот, блядь. Ну заходи, блядь. А ты что в проволоку-то ходишь? В баню. Ну наливай тогда хули диодка-то. Рыжик. Слышь, наливать-то наливать. Да и нахуй одеяло, Андрюха, мне, блядь, хоть какой-нибудь накрыться, блядь, я после бани, ебаный в рот. И в баню, нахуй. А он где в рот, а в баню? Заходите, блядь, заходи по одному всем, нахуй. А что, может, в дом там побольше места, блядь? Там ничего, там, ну, чтобы посмотреть, там, уйдет, ну, блядь. Ну, только его здесь, нахуй. Вы там зайдите, нахуй. Что тебе? Вот там одежда, нахуй. Давай, где-то водка. Закуриваю. Я не знаю, бля. А рыжик после бани выёвывается, да? Пахнет, блядь, да? Сука, блядь. Бульдог, бля, паскудник. Ты где пропадал, там у тебя в бане, блядь, хотел бы сходить. Искал, сказал тебе все. Я заебал, ты сказал, на трубах будешь. Я тебе какого хуя ищу на трубах? Сюда приезжаю, блядь. Ты не знаешь, что сказал, когда последний раз меня видел? Где я тебя видел? Сказал, чтобы в 11 часов я был. Да, на трубах. Мы приехали? Да не пизди, бля, мы там вон приезжали, все искали, орали тебя. Было без 15-12. А хули мы вышли, мы туда заедем, сюда заедем? Ты здесь, блядь. 15-12. Ты там дверь какую-нибудь полено поставил. Водку-то не раздавите, блядь. Там ты что, заедешь там? Бульдог, сука, посходи, блядь. Давай, наливай. Бульдог, вон, минералку наливай. Давай, открывай минералку. Давай, мужика. Мне жарко стало. Ну хрень, баня надо, блядь. Да, так вы там что, ее еще топите ее баню, что ли? А вот что, тепло было? Там она не бывает, там будет. Не знаменита, блин. Да ты люди посмотри там, как их там поместишь. А ты, Андрюшка, блядь, на Танюшку на жопку смотрит, и да, смотрит. Ширинка аж расстегнулась, у него бульдог. Что-то вы все штаны-то сегодня одеваете, заходим. У меня пуговочка, а у него же здесь нет. У тебя подруга-то ревнует, блядь? Да что она ревнует, она не ревнует. Точно? Не ревнуешь? Это у меня плохо пахнет, как бы это самое, не дай бог чем. Располнела она. Я похудела, он говорит, располнела. Располнела? Если я-то вижу тебя, сколько я давно же не видел. Вот эту вот шишку, ты даже не трогай, у меня здесь вот такой этот, чего? Понимаешь? Синяк? Гематома, да, вот такая. А что, какой тут? Ну, там, упала я это, с лестницы. Упала? Где ты падаешь? Бля. Смотри, вон везде все в синяках. Блядь, бульдог, раз. Все-таки налей хоть, блядь. Да, девочки, надо тоже. Блин, я тут две стакашки. А ты что, что-то готовишь, кушаешь ли? Так. Просто греешь? Знаете, вам это самое, вот вам. А я это самое свою. А че, где это? Блядь, нахуй. Я рыжий там, блядь. Андрюха, ты можешь нахуй там поставить? Ну чем-то при это сам, прямо по больному месту мне. Сейчас подожди, ему надо въебать нахуй срочно, блядь. Опа. Это сука, бульдог, дай глоток. А ты оставил? А у тебя браслет, что ли, там? Я... А, браслет, ну. А ну давай чуть-чуть наливай, потому что мы тоже на двоих. А и там еще это... Забиваешь? На стакан запивать. Да. Есть стакан там еще? Есть стакан уже? Я, блин, два взяла. Давай стаканчик принеси, Свет. Мне как бы это... Бульдог, ты, блядь, всегда с дамами, блядь. А тут бульдог, блядь, не может один жить, блядь. С дамами тусуется. Она это же почему? Я бульдог? Терроризм, блядь. Дальше Винки, видите, не застегивает. Мало ли, что сразу же, говорит, нахуй. Хоп, хоп. Ну, блядь, вот так и...
Вовка Рыжий там что-то, блядь, разговаривает с голубем, голубь там сидит. Голубь в доме же, это будет, у вас кажется, гостевой домик, да, это? А? Гостевой домик называется. Это здесь неудобно, здесь мы честно, мы с соседкой нахуй завалимся. Вдвоем? Все, тем честно, все равно. А если холодно, блядь, тут что, печка топишь? Ну, она меня скинула, столкнула, тут, меня еще не столкнула. Нормально. Да, ты нормально, ты замерзла, я, блядь. Я тебе, блядь. Это так месяцев, да ну сколько месяцев у тебя мама-то умерла? Это, в мае. В мае, ну, вот, и потом началось, и она тут и осталась, и все. А вообще это, блядь, я ее знаю, говорю, знакомое лицо. Грузин, что, меня плюешь, что ли, там, поскольку? У нее пока мама лечилась, так она с мамой находилась там. О, блядь, бульдог тут сидит, что ли, ёб твою мать, ёб бульдог, блядь. Туалет устроил, что ли, блядь. Ты чё, это, Андрюха? Чё? У нас с днём рождения меня будешь. Да, я также хотела это самое сказать. У него уже какой день рождения? Вчера. Вчера была? 3 ноября. Нет, нифига. 3 его ноября. 3 ноября. Поздравляю. Все, так. Братья встретились, да. У тебя днем рождения, но. Очень счастлив. Такой всегда, чтобы я всегда таким видел. Вот это ладно. А меня-то, я-то. Пошли в дом. Голубь нас позвал в гости, говорит, пошлите в дом, что, говорит, на улице, говорит, третесь. Пошлите в дом. Покуда идти-то? Вован, давай проходи, ёлка. Пошли, 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 веди нас нахуй. Пошли, а то он говорит, блядь, что вы как эти, блядь, как не родные, блядь. Пошли. Изменилось, видишь, говорит, изменилось. Ага. Вот, блядь, блядь, смотрите, видите, они тут кашеварят, нахуй. Помидорки, шмидорки, блядь, это все нахуй. Бульдог, сейчас как будет вести-то себя тут две дамы у него, блядь. Там сейчас двери нахуй все закрыты. Пошли сюда. Ой, ёлки. Пошли сюда. О, вон, Лёха, открывай. Блин, прошу тебе не прошу, блин. Не так на лагерь. На лагерь? Ох, ребяточки, сейчас где-то, видите, них утеплено все, блядь. Чё, закрыто? Чё там такое-то, блядь? Сука, блядь, ребят, нихуя не видно тут, блядь. Сука, бульдог, бульдог, дай глоток, идёт нас. Не по туда нас завёл, нахуй. Не подруга ты нас завел, но как тут шагать-то, господи. Пошли, Танька, по-другому, блядь. Выходи, нахуй, пошли. Подруга, тут бульдог нас не подруга повел нас. Пошли. Танюшка. Ёб твою мать. Ребята, что вы, блядь, хуй, где? Где? По куда заходите? Там хуй зайдешь, пошли оттуда. Пошли, Танька. Пошли, все, показывай там. Там вон, дверь открытая. Вон, впереди. Пошли, Рыжий, заходи, блядь, ты замерзешь сейчас там. Все, пошли, пошли, покажешь. Да, здесь. Бульдог не туда зашел, блядь. Видите, ребята, дом большой, блядь. Или я сам заблудился. Нифига, до какого тла сгорело все. Заходи в дверях, ты что стоишь-то, Вовка, блядь. Сам зашел, блядь, она мы в дверях на. А, вот здесь что ли прямо? А, заходи, Тань. О, все, заходи. Ребят. Я уволен. Те, кто в жопу-то голову тебе, дом-то? Да. Люди спрашивают. Кто ж... Не пойманы не можно. А? Давай вон сюда. Туда, сидите, извините. Кто жёг-то, говоришь, тебе? Не пойман у него, не знаю кто. А говорят, говорят, кто-то пыхал, да, у тебя здесь? Клей нюхал или что? Давайте туда, ну. Ой, тут так тепло. Прикольно, хоть греются. Опа. Пошли туда, голубь. Бардак, пиздец, блядь. Пошли, где тут дохуя сейчас жильцов, да, живут? Пошли туда, пошли выпьем. Семья-то большая. А? Семья-то большая. Да, семья-то большая. Дом-то здоровый. Но у тебя дом-то большой, блядь. Смотри, реалитет практически. Бля, ну да как холодно, ты хоть открыл там дверь, чтобы дом-то весь не топить, ты закрой эту дверь, то, блядь, зря топишь, только тепло. А сюда-то попадает вообще, нет тепла? Нет. Нет, это нифига как холодно. Как холоднее, чем на улице. Фойка есть, фойка. Там Игорь, я тебя чувствую. Смотри-ка, что он тут а рыжий, делает. Рыжий уже здесь, блядь, как... Ага. Блядь, ему Танюшка-то вечером все равно, хули. Да? Живой? Он на мне. Бульдог ревнует, нахуй. Бульдог ревнует, блядь.
Надо, давай налей, блядь. Голуби. Голуби налей, а то он, блядь. Иди, присядь, это самое. А что вам, блядь, скажу? Да, дом-то большой, блядь. Хули сгорел нахуй, да? Пиздец, сожгли нахуй. Подожгли его. Да этот как он, блядь, наркоман ебаный, блядь. Дай мне эту брюху, дай мне эту пипец. Лак? Дышит лаком. Бесцветный лак его. Пыхает ими. Я когда ночью вышел, сниму ради меня. Со свечкой, блядь. Я говорю, ты что, сука, спалить хочешь, что ли, блядь? Ну-ну. Так и получилось, блядь. Спалил нахуй, да? Спалил нахуй. Серега, а представляешь? Серега проснулся. Вот этот бункер, ну, наш, большой. Я что-то расширил, так что, чё, все выпили? Слышь? Вот этот, а чё, магнитофон работает? Да нет, чё. Да ну нахуй. Работает? Работает? Батареек нету. Электричества нету. А, да вон она батарейка-то. Вон, Андрюха батарейка нахуй. Вон Андрюху нахуй, Найк. На лесопед его нахуй. Андрюха в Найках, блядь. Это, ой, не, мне, так я не замерзла, вон. Танюшка, блядь, я не охуела от курточки, блядь. Нормально. А это, слышь, Андрюха, хуйня какая. Так что вот, ребята, голубь живой, видите, блядь, живет здесь. И что ему сделать? Чего ему со штанишками переодеть? Штанишки-то у него, я не знаю, что у тебя со штанишками? Что у тебя там? Ремня нет. Ремня нет, вон ремень висит. Не спадут большие эти. Да он хреновый. Похудел, что ли? Кто кормит, что ли? А что, бульдог, блядь, он так что-то кошеварит, блядь. Дома же есть, что, не варит там ничего, что ли? А делай, почему? Что ты делаешь, нахуй, блядь? Что ты тут сделал? Вон одни фанфурики стоят, блядь, ёбнутся. Так это я отвечаю. А этот как его? А где его берете, что тебя ноги не сует? У нас в больнице таким обрабатывают всё. Берут еще. А то шу-шу. Потом так, где это? Как он? Налили... Вон, где, вон, сзади, где? Налей, блядь, Андрюха, налей. А это, слушай, Андрюха, а как его? Кису тут видели. Вот они, что и киса, и Гагарин тоже вот здесь. А говорит, что толку-то? Чего они толку? Да. Чего от них толку-то? Они бы хоть, сука, пришли, тут, блядь, что-нибудь заколотили бы, что-нибудь сделали. Печку там посмотрели бы, что-нибудь как-нибудь, топили бы, что-нибудь как-нибудь, что-нибудь. Это ладно, еще. Что-нибудь могло шевелить, нет. Или нихуя. Или только прийти в ХЛО залить и нахуй, и похуй. Че, вы какой ХЛО-то залить, че? Че? Киса, хуиса, че? Они, блядь, они так, я так не будут. Подожди, подожди, они так не будут делать. Я здесь нахожусь, сколько я здесь нахожусь? Недели две, да, на нем? Две недели. Все, блядь, что прячешь? Две недели, нахуй. Так что две недели, я что говорю? Так тепло, тепло тогда было. Я говорю, когда тепло было, надо окна было ставить. Если они не могут окна ставить, я что сделаю? Бульдог, сопли собери. Сам делай. Сам, я ему только сказал, я полюблю. Убери, нахуй. Сам делай, нахуй. А чего? Ты, блядь, мужицких кровей, нахуй, русских. Сам делай. Понял? Понятно, я сам же... Хули, блядь, пока тебя не отругаешь, нахуй. Ой, а меня что-то... Бамбулюки, думаешь, лучше, что ли? Че? Бамбулюки? Ну-ка, расскажи сейчас. У меня бамбулюки-то заебись. Ну, правильно, туда никто не слышит, никто не видит. Правильно, у тебя заебись, конечно, никто не... Я бы, если бы заметил, туда увидел, я бы сидел, там у тебя еще больше, чем или хуже, чем здесь. Большой. А туда никто не заметил. А ты же пробовал залезть, не мог залезть? Я застрял там. Застрял? Ну, я туда пролезть, это, не могу пролезть туда. Обратно вылезть тоже не могу. Ну, как-то обратно вылезть. Я говорю, не, я все, ну, хорошо. И что, на улицу пошли бухать? Я на другую, на речную пошел. Там эти, блин, посидели, как Баган, Кузов, нахуй. Сейчас потом... Да ну их нахуй! Там еще багажник. Багажник, нахуй, там каких только... Там кого только нет, всех хуеплётов, блядь. А у меня там. Ты меня вообще слышишь? А я представляешь? Ой, это что такое? Че, у меня, Андрюха, я там, короче, расстелил. Такое, знаешь, девочка, сегодня утром такой просыпайся. Такое нежное одеяло. Могу сесть, и подушка. Все такое нежное. Ты сядь на коленку, сядь, тебе хули ты на стул. И холодно садится, блядь. Да, зачихай там что-нибудь сядь. Блядь. Ну тебе-то туда точно не залезть.
потряхни. А что, сигареты бросили, разбросали сигареты? Что это, да, что это такое? Дайте голубю-то выпить-то хоть, блядь. Что не даете мне выпить-то? Так, вот-вот, стой, он пьет. Я это самое... Я-то сегодня, нахуй, блядь, 4 раза сходил в полевочку. Тебя искали, сука, хули найти не могли, блядь. Тебя искали, блядь. Устали, но сколько выходных-то искали? Заезжали сюда не один раз, к этому дому. У меня здесь не было, потому что... Ходили, это самое, что-то и не слушали. Сюда заходили, мы сюда заходим, зашли, нету, а вы, оказывается, там, блядь, с той стороны, мы же не знали, хули. Там, блядь, мы это там, в этом, никто не знал. А мы же не знали, блядь, хули. Мы зашли в доме, посмотрели, никого нету, блядь, все, два раза, блядь, я с утра отсюда. Давай, блядь, на пол, ставь. Да. Надо отсюда потихоньку хоть прибираться, что ли? Да, конечно, что потихоньку-то, они по-быстрому прибираются, но... Да, бульдог, скажи, нахуй, он в бане живет, ему хули. Да, Вовка мыться ходит в бане, а бульдог живет в бане, хули, ему похуй, да? Попарился, представляешь, парилки, попарился. 4 раза, а? Вышел, короче, пошел курить. А что жал? Налили, нет? Голубь тебе налили, нет? А, выпил? Ну все, блядь. Дай ему сигаретку хоть. Че, блядь, голубь вас в гости пускают, а вы, блядь, его... Кого? Пока не надо. Пускать не надо? А, пока не надо? Пускать. Все понял. Ну теперь будем знать сразу, что сюда пригонять. Тепло идет сюда, да? Вот, ну я говорю тут. Сбивается один день. Просто видишь, это самое, окна надо чем-то за это. Да хватит, у них сколько человек тут живет? За это. Кто это? Тихо, подожди. А ты где жила до этого? Нет, я здесь-то спать точно. Она с какими-то уезжала все на машине, я видела ее. А у тебя квартира-то была? Они снимали. Снимали? А ты не отсюда, что ли? Не местная? Сейчас все здесь, блядь, живешь, да? Ну так они что, добрые, по это самое, как говорится. Она с кем-то уезжала, тогда возле дома я видела. А дело, сегодня, короче, просыпаюсь утром. Хуяс. Блядь, мне так охуительно, блядь. А, я приехал с Бодуна, блядь, еле чуть не помер. Блядь, пиздец охуительно. Вылез. Не, ну по крайней мере, у меня там, блядь, одеяло такое нежное, мягонькое. Тут все, ну так, ну накидки нахуй. Открыть. Так все, охуительно. Бульдог такой, это, блядь, как новую, другую жизнь слушает. Ну тебе туда не пролезть. Слышь, как будто рыжик где-то, блядь, на другом мире живет, да? Нет. В бомбалюке. Ему туда ползти, он там застрянет опять, блядь. Как на другой стране живет, да? А, да ты уже это самое подыскал что-то, да? На Королево-то, на большом люке. Где, помнишь ты? Почему нигде не мог, ну, пролезть? Да, он помнил, он говорит, застрял нахуй. Где? Вован, блядь, я не могу пролезть. Ну, он сейчас похудел. Я вот сейчас только что... Похудел? Я вот сейчас... Не, его надо сейчас мылом намазать нахуй, запихнуть туда, пролезть. Да. В машине где-то в нашем шампунь там была. Шампунью его нахуй намазать нахуй. Мы с мылом. А то бульдога люди потеряли, живой, не живой. А ты что, бульдог, раз тебя в полицию забрали в Бобик, помнишь, когда ты в бане это видел? Вечером тебя Бобик забрали, ты обоссал в Бобике, блядь, говорит, о, Сиков, ты нахуя обоссался, блядь, уйди нахуй, помнишь, мне ты делал? Ну, что бывает, меня, короче, знаешь, что было?